Вот я закончила русский язык как иностранный, на самом деле. Но вообще, все это, если честно, было для родителей. Потому что им нужно было, ну, как обычно, да, чтобы ребенок получил высшее образование. В общем, я выросла, закончила университет, отправила им диплом и написала: «Прошу прощения за то, что шел так долго». Так что, в общем, ничего, по большому счету, интересного сказать по поводу своих студенческих годах не могу. Вот я больше пела, на самом деле. Сейчас снизился уровень, скажем, наркотиков, алкоголя и всего остального. Но, во всяком случае, у нас на концертах я этого не вижу. Может, потому что на сцене ставим. Хотя нет. Вот. И молодежь, она какая-то более осознанная. То есть очень мало инфантильности. Ее практически нет. Песня рождается уже с каким-то ядром хитовости. В каких-то песнях хитовости меньше. Это не значит, что они хуже. Они просто песни другого плана, там, для других целей. Ну, 31-я весна она выстрелила именно. С тобой проводит ночи 31-я весна. И без сомнения ревнует ко всему. И без сомнения ревнует ко всему. Ночные снайперы, потому что живем мы один раз, и нужно метко выстрелить. Это то, для чего мы приходим, это снайперская философия, для того, что, для чего мы приходим, и то, что нам нужно сделать в жизни. Нужно прожить так, чтобы не думать о том, что на самом деле у меня будет еще вторая, и там я все сделаю классно. Вот. Нужно делать начистую. То есть вы делаете все на 100%? Стараемся.